пальцы. Очень хотела. Никогда не слышали. Но, глядя на его усы, прям хочется, что же за этими усами скрывается, что он сейчас споет. Да. Ну, гусарская, с такими гусарами. Нет? Тебе какую? Не споет гусарская. Металлическая. Он мою взял. И вот, кстати, тоже, вот это какой-то образ, он снимается где-то в кино или что. Я просто хочу сказать, что это круто. Так. А тут в камеру вот так. Хорошо. Заработай свои деньги. Ставь на раньше свой будильник. Заработай свои деньги, чтоб наполнить холодильник. Заработай свои деньги, встань по утренней росе. Заработай свои деньги. Заработай деньги. Все купи на эти деньги. Жизнь одна. Хватай все сразу и наполни свой желудок и заполни унитазы. Заработай свои деньги, дай лакею. Заплати же, пусть он ниже лижет спину. Пусть он пятки тоже лижет. Заработай свои деньги, и враги к тебе по-братски приползут на четвереньках, чтобы играть с тобою в цацкие. Заработай свои деньги. Жизнь качнется по-иному. Что? Любовь не продается. Ты разрушишь аксиому совесть, честь и все такое. Не имели уважения, так как деньги. Деньги, деньги со времен земли творения. Все, за что тебе заплатят, делать нужно. Не лениться. Сколько стоит смерть Иисуса? Долларов примерно. Заработай свои деньги. По машинам, по работам. Заработай свои деньги кровью, подлостью или потом. Заработай свои деньги. Впрочем, можно не трудиться. Можно выгодно влюбиться. Там прогнуться, здесь подмыться. И по головам шагая сделать трюк. Не оступиться. Заработай свои деньги. В школе ты чему учился? Вот топор, а вот старуха. В теме тюк и наварился. Деньги — власть, почет и сила. Деньги — высшая награда и красивая могила. И злоченная ограда. Заработай свои деньги. Нагреби деньжат побольше. Жизнь тогда пройдет недаром. Будешь ты лежать. Так, и чтобы соединить, нет, пока шла программа, мне показалось, что я смогу соединить Москву, Петербург и Владикавказ при помощи товарища Булгакова. Вот. Ну, Петербург я приплел в своей песне, ну, вы поймете. Значит, взгляд на Маргариту и на вот мастера, да, с Маргаритой. Вот я в Кавказ, понятно почему, да? Да? Угу. Вот. Взгляд таков, что там этот мастер, он так, прозрачный при виде, при свете луны. А на самом деле настоящую женщину интересует именно голову. А мастер — это некий интерфейс. Маргарита заточена ровно под меня. Маргарита, кем только тебя не подменял. Маргарита, столько лет мы были, но побрось. Маргарита! Маргарита!
нас двое. И цена секунды в вечность. Поменяю и не скрою, плюс на минус бесконечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыто. Все, что было, все, что будет, называю Маргаритой. Маргарита. Если нужен мастер, так и быть. Маргарита. Я его сумею зачинить. Маргарита. Хочешь? Напишу этот роман. Но ты же знаешь. Маргарита. Цена секунды в вечность. Поменяю и не скрою, плюс на минус бесконечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыто. Все, что было, все, что будет, называю Маргаритой. Маргарита. Маргарита! Маргарита! Буду ждать! Вот там космос и нас двое, и цена секунды вечность. Поменяю и не скрою, плюс на минус бесконечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыто. Все, что было, все, что будет, называю Маргаритой. В этом космосе злое и цена секунде вечность. Поменяю над Москвою, над Невою человечность. Эти страны, эти люди промелькнули и забыто. Все, что было, все, что будет, называю Маргаритой. Маргарита. Что не выучил урок, и вызывают. Никто не подсказал и не помог, то ли не помнит, то ли не знают. Так, в трубу втекает, вытекает, два насоса, три бассейна, землекопы. Или умножить, или прибавить к интегралу пункты, а и боится, и две тычинки, едва проснулся.
проснулся, все вовсе не так. И жизнь — это свет, а не мрак. Каникулы, дача, июль. Соседка сказала: люблю. В сарае батя чего-то чинит. Приснилось, что не выучил урок, и все смеются, весна из окон. И педагог уже не педагог, и эта юбка, и этот локон. И как бы ручку уронил, как бы случайно посмотрел и все увидел. О, это счастье! И вдруг директору зовут, а там собрался педсовет, и все знают, куда деваться. Проснулся, все вовсе не так. Стою на посту ночь, а враг уткнулся в березу лицом. В кармане письмо, стал отцом. Выходит взрослый, такое дело. Приснилось, что не выучил урок, идет экзамен и все такое. Заходит трое, Пушкин, пятый блок. И мне не вспомнит, кто эти трое? И кто там трою написал, и конь в пальто, и без пальто, и старик не вот. Ну хоть бы тройку. Журнал учительский украл и переправиться хотел. Пошла химичка и укусила. Проснулся, все вовсе не так. Я сам и директор, и маг. Египет, февраль и жара. И дочку прождал до утра. Эти танцурки, кругом арабы. Приснилось, снова в армии служу. Вагон профукал секретным грузом. И автомат нигде не нахожу. И вне закона, и вне союза. Везде стреляю, догоняюсь в пути А и Б и С и в пути Y. Залез на крышу, а там химичка, землекопы, и директор, и арабы, и бассейны с секретным грузом. Проснулся, все вовсе не так. На пенсии старый дурак. По небу летят журавли. И как бы случайно прошли три землекопа. На кухне внучка печет оладьи. Приснилось, что не выучил урок. Браво!